Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Кристиана Буша «Неслучайная случайность. 10 основных фактов». Жмите и подписывайтесь, а мы начинаем. Факт номер один. Жизнь как логическая цепочка событий. Описывая жизненный путь, например, при составлении резюме, человек ищет закономерности, представляет свою жизнь как запланированное последовательное повествование. Может ли быть запланированным везение? Скорее нет, если вы не умеете готовить почву для появления везения в вашей жизни. Серендипность повсюду, она же инстинктивная прозорливость. Как это работает чаще всего? Сначала случается неожиданное обстоятельство, приковывающее внимание. Затем мы связываем события с другими фактами, обнаруживаем проблемы и приступаем к ее решению. Случайное событие позволяет решить проблему, о которой вы даже не догадывались. Как поймать удачу? Серендипность – наглядная удача, которая зависит от умения обнаруживать и объединять факты в единое целое. Все виды серендипности основаны на триггерах. Чтобы поймать удачу, необходимо научиться выявлять триггеры и упорно трудиться на положительный результат. Серендипность как процесс. Мышление за рамками привычного не является синонимом беспорядка и хаоса. После отказа от упрощений и надуманных закономерностей людям откроются новые пути. Серендипность – процесс, обладающий огромной значимостью. Факт номер пять. Серендипность порождает любовь. Большинство романтических отношений завязываются случайно, при неосторожно пролитом кофе в кафе во время ожидания в аэропорту. Незначительное случайное обстоятельство позволяет завязать беседу и обнаружить общие интересы. Шестой факт. Неожиданное решение актуальной проблемы. Архимедова серендипность возникает в случае, когда имеющаяся проблема решается непредвиденным способом, она встречается в личной жизни, в малом и крупном бизнесе. Серендипность стикеров. Спенсер Сильвер работал над созданием крепкого надежного клея, но изобрел продукт со слабыми свойствами. Он и послужил для создания стикеров, листочков, скрепленных между собой. Серендипность стикеров случается тогда, когда человек решает проблему, которую изначально решать не планировалось. Восьмой факт. Молниеносная серендипность. Серендипность молнии появляется, когда происходит что-то настолько неожиданное, как молния в небе. Появившиеся возможности позволяют решить изначальную задачу кардинально новым способом. Дневник серендипности. Для развития серендипности писатель рекомендует ряд упражнений на основе ведения дневника. Познакомиться с подробным описанием этих упражнений можно, если перейти к текстовой версии обзора по ссылке в описании под этим роликом. Заключительный факт. Условия для серендипности. Человеческие ценности формируются национальной принадлежностью, обычаями, культурой. Внутренние ценности отражаются в образе мышления, действиях, речи и манерах. Не все люди одинаковы, следует помнить об этом. Унификация ограничивает серендипность, а она способна стать источником радости, сделать жизнь интересной и осмысленной. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинки от Кристиана Буша. Неслучайная случайность. Вместе с «Читай быстро».